Нарядная форма, белые банты, букеты цветов. В этом году 1 сентября было долгожданным, как никогда. После длительного карантина и летних каникул 6-й лицей имени Пушкина открыл свои двери для учеников. За парты сели 126 первоклассников. Знакомство, напутствие, поздравления. Главное пожелание сегодня для всех, конечно же, здоровье. Прежде всего, мне хотелось бы всем нам пожелать здоровья. А для того, чтобы сохранить здоровье и себя, и своих собственных детей, хочется обратиться еще к родителям. Вот элементарные меры безопасности нужно соблюдать, начиная с них самих. Вот мы сегодня попросили всех прийти в масках на линейку, да? И точно так же, приводя ребенка в школу, все родители должны быть в масках. Если ребенок плохо себя чувствует, наверное, надо все-таки оставить его дома и проконсультироваться с врачом, а не вести в большой наш дружный коллектив. В лицее предусмотрены все необходимые меры безопасности. Полностью перестроен учебный процесс, изменилось расписание, график занятий и внутренний распорядок. К новым условиям необходимо привыкнуть. Родителям и учителям хочется пожелать терпения и плодотворного сотрудничества, говорит Лариса Лазутина, почетный гость праздника. Педагогам нашим здоровья, благополучия, новых каких-то интересных идей в подходе к нашим детям. Ну и родителям. Родителям здоровья, крепости духа. Я считаю, что обязательно должно быть у них сплочение. Это должна быть единая команда, и педагоги, наши учителя и родители должны друг другу помогать, и тогда все у нас получится. Вновь уроки, звонки, перемены. Для выпускников самый ответственный и важный год, а для первоклассников – начало новой замечательной жизни. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».